Филармония Якутии в эти дни выступает на престижных музыкальных площадках России. Накануне якутских оркестрантов принимали зрители Москвы, рассказывает Наталья Сазонова. Главной сценой для классических музыкантов является, конечно же, большой зал Московской консерватории имени Чайковского. Здесь наш оркестр выступал неоднократно, но сегодня случай особый. Концерт посвящен столетию со дня рождения Галины Михайловны Кривошапко, дирижера и пропагандиста музыкальной культуры народа Саха. Кроме классических произведений, прозвучал концерт на якутские темы для скрипки с оркестром Гранта Григоряна. Солистка Ульяна Голикова, дирижер Фабио Мастранжело. Она с нами все время, потому что, мне кажется, это было очень правильное решение. Наша филармония посвящена ей. И где-нибудь мы бываем, естественно, мы пропагандируем ее имя. Так что мне кажется, что она продолжает, как-то курирует жизни, музыкальной жизни в Якутии. Благодаря заслуженному деятелю искусств Республики Саха-Якутия Наталье Базылевой, творчество самого северного симфонического оркестра России получило признание во всем музыкальном мире. Ее проекты привлекают внимание маститых мастеров искусств, формируют имидж республики. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НБК Саха, Москва.